Доброе утро, страна. Доброе утро, Самара. Доброе утро, наш Волжский район. Я, Смирнов Максим, снял свое новое домашнее видео. В полном одиночестве, как всегда. Ну, судя по видео, роликам, по моим видеоклипам, по моим фотографиям и все, что я снимаю, вы, наверное, уже догадались, что я одинок. Вы, наверное, догадались, что я одинок. Уже 25 лет. 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 Но все равно я об этом не грущу совершенно. Меня в этой сраной жизни, ссаной этой жизни, все устраивает. И мне, слава Богу, никто не нужен. И мне, слава дьяволу, никто не нужен. И мне, слава судьбы, никто не нужен. И мне, слава Антихристу, никто не нужен. И мне, слава масону, никто не нужен. Мне слава президенту, никто не нужен. И мне слава первому нашему каналу, самому рейтинговому каналу, этому первому каналу, самому рейтинговому, никто не нужен. У меня все хорошо. Пока. Все. Целую. Обнимаю. Все. Ребята, почему? Надо расслабиться немножко. Расслабиться. Не волноваться. Не дергаться. Я не брат, понимаете? Я хочу вам помочь. Я вас люблю, понимаете? Расслабься, расслабься. Я же не ругаюсь на вас. Расслабься. Там себе сделал больно. Сейчас больно, сейчас. Привычно. Первый раз. Расслабься. Ничего плохого я делать не собираюсь. Я собираюсь вам помочь. Вылечить вас. Главная проблема — отсутствие нормальной физиологической функционирования для простаты. Она у вас не функционирует. Она застойна. Вот если бы она у вас функционировала, никаких бы боли, никаких бы проблем у вас нет. Мастурбация вам не поможет. Нет, но я же обещала, что. Да, я помню. Пишемся, завтра звонишь.